хотите ничего сказать для истории с числом. Не хотят. Да пофигу, пойдем. Тихо. Давай, иди, а я буду снимать. Свети на него только. Сначала я слышу твой этот, а потом... Потише, Серег, ну ты заебал. Серыч. Момент легендарный. Легендарный. Иди, иди. Я тоже хочу. Меня одного тут не оставляйте. Спасибо. Что по вам спрашивали? Конечно, страшно. Если что, вы, так сказать, не самый спортивный. У него дико здоровые рога. Видно? Да. Оба. Блять, шмель, что за шмель? Отгони его. Он встал. А он будет нападать? Скорее или всего, нет? Нет. Они чаще всего уходят. Пиздец, если он красивый. Нападает, то это все, это задница. Да ладно. Вы знали, что в дикой природе встреча с хищником не такая опасная, как с этим травоядными? Вот они, наша. Если он атакует, то есть травоядные атакуют, то его задача избавиться от тебя, неважно каким способом. А хищник, он, образно говоря, его стукнул, он понял, что на тебя лезть бесполезно, и пойдет искать что-нибудь другое, что меньше сопротивляется и при этом вкуснее. Серег, ты слишком близко подошел, дурак. Ясен хер, он убегает. Ты начал мне прям перебивать. Да, ты говоришь, вспомнил, блин. Он ближе, и нахуй он свою хуйню говорит. Я просто ему уже сказал, что я вспомнил. Да, я ему показал, что я вспомнил. Нет, он продолжает. Нет, а я забыл, как смотри, это называется. Если ты вот так полезешь, давай, не лезь. Ты сейчас с портфелем вон там скажешь, не, я даже с портфелем не пройду. Да, я бы, конечно, прошел. Они еще, видишь, как попилили верхушки? Но, видишь, верхушки они так поставили. Вешу, вешу, да, видишь, блин, полпалки значит, спилили. Короче, полпалки. Умрешь ты, убери этого. Мы столько не унесем. Злобно съехали. Сука, ее вообще 70. Тем более, еще и оборудование килограмм 20. Все, блин, Серег, не лази, а то точно ты тут останешься. Это да, тут вообще реально жесть будет. Трупак такой среди. Да, трупаки, пошли назад. Пойдем. Надо немножко вот так сделать. Так. А куда за, ты вылезешь за нами, там? За нами всей толпой пока не ходить. Я вообще не пойду, там не страшно. Ты вылезешь на улице, на куполе типа? Да. Блин, пизда-то. Я чувака. Скинешь им потом. Пизда, летучие мыши под куполом. Кто сказал? Я увидел летучих мышей. Вот под этим куполом. Сюда Серега сказал пока не ходить, пусть он один идет. Ебать, тут еще, сука, провод, блядь, натянут. Не, я имею в виду Серегу. Его натянут. А я думаю, ты там. Блядь. Короче, кто там где? А что там? Где мой Серега? Я не пойду. Я тут. Пойдешь? Че, да. Я выбрал. Я тут с рюкзаком не помещаюсь. Я не знаю, как этот здесь лез. Ебать, у какого роста-то, блядь. Тут надо десятку лезть. Мусиный шаг, да? Так, я тут погуляю. Мухи всякие. Может, ну его? А? Я даже не уверен, муха ли это. Может, что? Оса. Ну его нахуй. Блин, да я там с рюкзаком не пролезу. Так иди назад. А куда зачем пролезать? Короче, мы решили среди ночи прийти в Веретьево. Повсюду какие-то звуки. Короче, стрёмно здесь находиться, на улице темно. Олени орут вокруг. Хорошо, что не кабаны. И эти Серёги хотят лезть, блин, на крышу туда. Этот пошел на крышу туда. Мне одному здесь стрёмно, блин, стоять. Там внизу какие-то звуки. И не пойми, кто это, рабочие или, блядь, призраки. Как бы оно отстроено не было, но, думаю, хранит оно в себе еще энергию старую. Там.
Короче, фишка какая. Там, где было вот это маленькое окно, да? И там лестница стоит. И провода такие на этих, на отверточках скручены. Вот что, провод идет. Я думаю, с ним лезть, ну нафиг рисковать. Да нет, там... Я там тогда, Сашка, еще когда сам первый раз... Сам первый раз, когда я еще пришел сюда, да? И мы там пролезли еле-еле. А там еще эта лестница. И с рюкзаком я там просто не помещусь. Там же маленькое-то окошечко-то. Ты-то бы вот пролез без рюкзака. Лезай один. Не, ну я могу. Вот, Серега. А, Серега, да, наверху, что ли? Здесь дорога, да? Сейчас я покажу, как это видно, блядь, со стороны. Подожди, не светитесь. Вот. Идешь, 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 и пиздец. Вот, блядь, трактор стоит. Это раз. Ты что, не в курсе, да, Стас? Говорит Серега. Тут на нафиг, второе, блин. Нас один, Стас. Нет, значит это. Экскаватор, блядь. Какая вышла? Какая? Что тут экскаватор? Вы просто тогда не застали это дело. Я думал... Твою мать! А, подожди. Нет, стоп. Стоял красный трактор, да, тогда? Когда мы через бревна переходили. Понись, да. А, это уже когда мы с Сашкой лазили. У меня нет там... Мы вот первый раз видели вот этот экскаватор, он вот здесь стоит. А трактор это, видишь, тут какой бетон. Ага. Теперь тут хрен что размоет. Вот мы силуем какой-то... Вот он, китач. Жесть, конечно. Офигеть. Китач. У меня был китача. А, нет. Где эта река-то сама? Такая у меня был видеомагнитофон. Вот такая мощь. Где река-то сама? Вот возле. Пожалуйста. Где Серега? Ты здесь перебирался? Ну да, вот здесь как раз мы шли. Ага. Вот валялось. Вот это, здесь бревно. Вот здесь мы перебирались. А что вот тут написано? Дальше, так, так рука. 2021, 0720. Солим. Солим. А почему тут, соль? Прикольно, да? Серег. 21, 07, 20, это что? Солим. 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 А что солим? Может имя свое выкрывать? Это может, имя... отсылка к Салиму. Не дедшот, а дилшот. Вот представляешь, ты снимаешь сейчас это? Да. Вот в гарне на меня. Вот представляете? Проходит... Серег, потише. Проходит 500 лет, да? Серч. Господа, прошу у нас прощения. Тут история. Прошу а? Прощения, но... У нас история творится, а вы тут угораете. Смейтесь чуть там, пожалуйста. Здесь ничего. Не, ну... Не, здесь ничего. Да. Стоит с этой стороны ручей какой. А мы тогда лезли, помнишь, течение какое было ага. мощное? Слушай, а к ней как ты думаешь, можно спуститься где-то? Оу. Ща, я выключу тогда эту. Ты вот это? Ебать, звук. Густо, сейчас. Это смешно звучит. Ну вот смотри. Это надо было делать в церкви. Давай сейчас по новой, да? Ага. Ты снимаешь. Только вообще тихо, да. То есть? Это в реальном времени ты записываешь звук? Да, это как что обманывают за... людей на мистических каналах, смотрите. А, обманывают, я хотел настоящий. Мы пришли из ада покарать вас. Смешно звучит. Следующий. Смешно, мне страшно стало, блин. Да не, как-то смешно звучит. Мы немцы. Вы находитесь на немецком кладбище. Звучит даже вам. Тач такой же. Нет, другой немного. Более ну... четкий. Ну, ёпты. Нет. Ну, не слышно. То можно разобрать. Если нет, то... Не, разберешь. Они обычно титры вставляют. И вот смотрите, да? И можно немцев спросить. Немцы, а почему вы... Мы вас слышим на русском языке, ведь вы же должны разговаривать это на немецком. И немцы нам примерно должны ответить. Потому что вы долбоебы, и мы вас наебываем. Ну-ка.
И все это делается вот так. Другим голосом. Вот и весь их ЭГФ, или как он там называется. Ну, стрёмно, мы еще из лесу не вышли. Да, бля. Нам вообще дохуя эти. Не, оно просто знаешь что. А что там подсел? А, по-моему. Да это маленький. Ну, у нас тарантулы не воют. Человек. Освещает нам путь. Это мне напоминает бриллиантовую руку, когда Миронов-то смотрит, мальчик-то идет. Че? Да тень. Тень, конечно, страшно. Вон еще. Ну вот так вот практически весь лес здесь, да? Я что думаю? Это у меня будет чисто как мой личный видеоархив. Прямо с датой вот с этой, да? И чтобы мне не запариваться сильно, я буду маленькими этими снимать. Самое главное, что я хотел сказать. В общем, смотрите, вот эта местность, и здесь никогда не было никакого святого источника. Если когда-то вы сюда приедете и вам скажут, что здесь святой источник, и он тут чуть ли не со дня основания церкви, не верьте, это вранье. Мы здесь тусим не знаю сколько времени, и снята почти вся территория. Если кто будет смотреть мои видео, увидит, что ни про какой святой источник, либо вообще какой-нибудь ключ или родник мы не говорим, потому что их здесь никогда не было. Пытались вон там копать, типа колодца родника у речки, но у них ничего не вышло, вода не пошла. Поэтому если здесь что-то будет, это новодел. А если они будут рассказывать, что он был всю жизнь, это вранье. Не хотите ничего сказать для истории с числом? Не хотят. Вон он бочку выливает. Пошел, наверное, за водой. Сейчас его будет видно. Товарищ. Все, за сосной его не видать. Может, он нас увидел? Ты его видишь, куда он идет? А, вот он. Нет, он бочку поставил. Но идет к нам, походу. Ну вот смотри, Стас тогда правильно сказал. Он пришел, и давай нам по ушам чесать. Пожалуйста, удалите. Я тебя удалил, да? Неважно там, что потом было. Ну, что... Но суть какая? Ты кому скажешь? Другому каналу удали... Там Сереге, к примеру, скажешь, удали, да, там, этому удали. Вас все равно всех засветили, какая разница? Ну, да. Вот и суть в этом. Причем уже давно, да. Да, все знают, что здесь. Тоже мне новость для кого-то. Все скорее, знаешь, что? Да это, короче, не поможет. Знаешь почему? У меня 1.5 терабайта и 1000 гигабайт лежат, и все, и толку от них теперь нет. Ну потому что они ёкнули немного. Да. Ну теперь здесь все выглядит вот так. С крестами. За землянкой дом. А уж когда землянку сломают, мы не знаем. Вот реально, когда здесь все вырубили, здесь стало слишком хорошо все слышно. Это река Возихма, но в другом месте. Это место я еще вам никогда не снимал и не показывал.
Но здесь классно. А здесь вот такие наклоненные 4 дерева. Но это все прикольно. Было 5-е, но его спилили. Миссия. Ну, вроде как там оставили мусор, когда были с девчонками. Сейчас мы проверим эту версию событий. Да, да. Так, это не наш мусор. Наш вот в этом зеленом пакетике. Странно. Это тоже не наш мусор. Мусора вообще нет в зеленом пакете. Походу, тут какие-то зверьки выпотрошили все. Ну все, мусор я собрал. Можно спать спокойно. Так что девчонки забыли тогда. Но ничего не попишешь. С кем не бывает. Что-то все двери перекосились. Да не, все может быть, блин, не упасть бы. Так, ладно. Че? Все, миссия выполнена. Можно сказать, наша совесть с девчонками чиста. Разобрали. Ну правильно. Нет, не разобрали. Вон он стоит. Ты чё? А? А, ты имеешь в виду этот? Я думал, ты где Юль с Димой жили. Он вон стоит. Это они сделали в дровнике. Не, ну а чё? Им ещё тут долго работать. Вот они и сделали. Да, место делается все, как бы это ветшает. Все, миссия выполнена. Ну что, там новых надписей не появилось? Блять, да что за пидора, блять. Сука, пиздец, гандоны штопанные. Вот зайди, не поленись, посмотри, что тут устроили. Че, сука, за люди, блять. Все нахуй разбили. Вообще все. Вон, и стаканчики нахуй наши покидали, блять. Да хуй его знает, кто тут что чудил-то. Печка целая. Да печка-то целая, но что-то тут все равно как-то уже не густо. Не, тут все, короче. Скоро тут пиздец вообще всему придет. Да, печально. Было, как сейчас модно говорить, атмосферное место. Ну ладно. Инверсионный след выглядит вот так. Последние месяцы стали короткими. Да, с 24 февраля инверсионный след самолета стал снова выглядеть, как ему положено. Что бы вот на это летчики сказали, которые раньше говорили, типа, все, это фигня. Ну что, этих летчиков больше нету в группе у Субботина. Их куда-то перевели на другую, более важную работу. Ну,
А он нас не видит. Он стоит сзади. Ну, он вот и стоит, не понимает, блин, чё они убежали-то. Он нас не видит. Вот мы тоже встали, как они делают, как дерево. И он, видишь, он не отдупляет, чё все убежали-то. Вот сейчас он нас увидел. Вот он сейчас прямо на нас смотрит. Ну, все, что он посмотрел, все нормально. Не, слушай, этот здоровый. Бегать, не убегать, да? Хотя не живет. Вот теперь он начал уходить. Самый стойкий. Еще так уходит это. Типа пофигу, а? Че? Сейчас уйду. Но это уже напоследок. А такая...